Приветствую вас. Я думаю, что мы с вами должны для начала назвать несколько основных моментов, которые я хотел бы затронуть. Первое – мотивация. Второе – возможность. Третье – предпосылки для этого. По мотивации можно сказать, что человек, человеку необходима мотивация что-то делать, да? То есть, чтобы появилось желание, чтобы появился стимул, вот. Пока что там стимула нет, и как-то не предвидится в будущем, в ближайшем, судя по всему. Поэтому первая ваша задача – это его демотивировать, если уж на то пошло. Пока вы делаете то, что делаете, пока вы поступаете так, как поступаете, пока вы все делаете за человека, ну, наверное, никакой мотивации что-либо делать у него не будет, откуда ей взяться, собственно говоря, мотивация этой. То есть, если вы и так, например, удовлетворяете все нужды мужа, то зачем ему что-то делать, для чего? Это первое. Второе. Возможность. Есть ли у человека, по факту, возможность делать то, что вы от него хотите? То есть возможность быть самостоятельным. Ведь мужчина может быть изначально такой вот не самостоятельный, что ничего без, без женщины, без мамы, без кого-то другого не делал. Ну вот человек такой. Если меняться человек не хочет, меняться он не хочет, его не поменять, его не переделать. Вот. От слова совсем. В чем, собственно, как бы суть-то, проблема. Следующий момент – это предпосылка. А что можно сказать относительно предпосылок? Ну, в первую очередь, это то, что вы выбрали этого мужчину. И судя по тому, что вы говорите, мужчина, мягко говоря, всегда был такой. То есть он не был другим. Он всегда был таким. Судя по тому, что вы пишете. Вот у меня к вам и вопрос в таком случае. Если мужчина всегда был таким, если мужчина всегда вел себя так, то почему сейчас вы требуете от него другого поведения, если изначально вы, судя по всему, принимали его таким, какой он есть? То есть, принимали его вот таким пассивным, да, и выбрали себе, что важно, собственно говоря, такого пассивного человека, такого пассивного мужчины. По какой причине, важно тоже отдельным пунктом рассмотреть. По какой причине, как вы пришли к тому, что
самостоятельно делайте все за человека. Ну, то есть вот самостоятельно все делайте за него. Вы делаете все за него. То есть, ну, казалось бы, по логике-то вещей, если вам не нравится, что мужчина такой, да, пассивный, если вы хотите его замотивировать, то, ну, наверное, нужно куда меньше проявлять активность. Вот. Но вы такое ощущение, что активность проявляется много. И куда здесь втиснуться, собственно, активности вашему мужу, да? Это вот не совсем понятно. Не совсем понятно, куда втиснуться, насчет, ну, со своей активностью вашему мужу. Вот. То есть, опять же, вы здесь, ну, сами выбирали своего партнера, вы сами его выбрали и как-то вот не совсем понятно, да, на что именно вы, ну не знаю, на что именно вы рассчитывали, да, вот, чего вы хотели, чего вы ожидали от мужа, если уж так получилось, что выбрали себе такого партнера, такого мужчину выбрал, вот. Понимаете? То есть глобально ситуация выглядит так, что вы, что вы не несете ответственности за свой собственный выбор. По факту, предъявляя своему мужу за то, что он является тем, кем он, вероятно, был всегда. Вот. Ну, это позиция, надо сказать, абсолютно бесперспективная позиция. Совершенно бесперспективная позиция. Потому что она вас, ну, как бы, не приведет никуда, эта позиция. Вот, только лишь к такой вот, я бы сказал, фрустрации, да? То есть, вы фрустрируете, просто будете и все, в общем-то. Вот, поэтому момент здесь такой. Ну, я, понятное дело, что вас ни к чему не призываю, просто, ну, как бы надо бы вот сформулировать, сформировать вам, может быть, несколько четче свой свой запрос, да, то есть вот конкретно чего вы хотите, где вы говорите, что он, а что вы хотите, чтобы он вам помогал, а зачем? Зачем? Чтобы, вот, ну, чтобы он вам помогал,
для чего. Понимаете? Такая штука. То есть это вот такая позиция. Вы находитесь в позиции жертвы. Вот, мы же там. Как? Мы уже сказали, муж это все устраивает, вот. Ему это все нравится, нравится вам. А он не может, допустим, ну допустим, он не может делать то, чего вы от него хотите, не привык, не хочет, не нравится, ну, как бы не нравится ему это делать, допустим, тоже может быть такой, ну, такой момент, вот. Так что здесь не все так очевидно, как вот может на первый взгляд показаться. Вот, я надеюсь, что вы для себя как-то вот эти моменты поисследуете. Я надеюсь, только что вы для себя как-то в этом направлении подумаете и разберетесь все же в том, что вам нужно. Вот. Потому что муж, ну, он, скорее всего, не поменяется, он, скорее всего, останется таким. И, к сожалению, да, он, в общем, в целом будет прав в этой ситуации. Потому что, ну, вы же приняли его таким. Другой вопрос, если человек изменился, если человек раньше был одним, а там стал другим, это другой вопрос. Вот. А важный момент, как сказал мой коллега, в том, какие способы выражения своих чувств вы используете. То есть, как конкретно вы просите или говорите человеку о своих вот переживаниях, да, о своих чувствах, о своих эмоциях, вот. Как вы это делаете, если делаете? Это такой тоже достаточно важный момент, потому что если вы это делаете некорректно, то вполне может быть такое, что ваш муж вас просто не понимает. Так, как вот, ну, вам хотел, чтобы он вас понял. Вот. Такая вот история. А вот, собственно, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить. То, что я, ну вот, обратная связь, которую я могу вам дать, опираясь на ту информацию, которую вы предоставили. Хотя, конечно, вероятно, этого мало. То есть, ну мало информации вы
предоставлено, все-таки, наверное, хотелось бы немного, ну, больше, вот, немного больше, значит, информации, вот, хотелось бы немного больше, чтобы вы написали о себе, чтобы вы написали о том, что, ну, что у вас с вашим мужем объединяет, что вас с ним связывает, вот. То есть это все очень такие вот важные моменты достаточно, вот. И уже как-то вот исходя из этого, да, можно было бы поисследовать, ну, в дальнейшем можно было поисследовать как-то, что можно с этим сделать. Вот. Вот такой ответ я могу вам дать. На этом удачи вам и всего самого доброго.